Объективность, непредвзятость, беспристрастность. Сегодня в общественной палате города Черкесска состоялась встреча общественных наблюдателей и члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Выборы президента нашей страны – важное политическое событие, определяющее будущее России. В ходе мероприятия обсудили важные аспекты подготовки и проведения выборов в Карачаево-Черкесии. Александр Брод побывал на территориальных избирательных участках республики и отметил активную работу общественного штаба, а также роль группы экспертов. Растет профессионализм общественных наблюдателей. Они с большим интересом, с большей вовлеченностью участвуют в этом процессе. Это люди разных возрастов, разных профессий, разных населенных пунктов. И, конечно, вот этот опыт, который нарабатывается с годами в результате семинаров, участия в выборах, он, конечно, приносит свою пользу. В ходе обсуждения темы встречи внимание было сфокусировано на проведении честных выборов с полной готовностью. Были подняты вопросы общественного наблюдения и предотвращения нарушений. Обсудили создание условий для лиц с ограниченными возможностями и для избирателей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Александр Брод отметил важность отслеживания предвыборной агитации и недопущения распространения фейков. Избирательная система и общественники, и наблюдатели выработали иммунитет к подобным деструктивным воздействиям за последние годы. Были проведены выборы и в условиях пандемии, и в новых регионах при обстрелах и давлении на членов избирательных комиссий. Поэтому опыт накоплен очень большой. Избирательные комиссии серьезно готовятся. По окончании мероприятия участники выразили благодарность за ценные рекомендации и оценку Александру Броду. Председатель общественной палаты Елена Лешова пообещала приложить все усилия для проведения честных выборов на территории республики. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.